Говорила, что выскажу свое мнение, точнее не мое мнение, а мнение Володи по поводу того пива с зайцем. Зайцем, у которого сзади перья, тут рога, тут вот такие вот клыки и зубы. Он мне сказал, что само по себе по вкусу пиво классное, но от него сразу практически начала болеть голова, стало плохо, то есть все-таки Волкопоповицкая коза лучше. Вот. На днях готовила, аж, ох, блин, вроде так, ну как-то почувствовала, да, дискомфорт. А сейчас вот увидела, что у меня прям ожог, прям волдырь на пальце. Уже это, ну, сказать, что болит, не особо. А вот все равно волдырь, ожог. Вот. Хочу уже, блин, волосы покрасить, сделать коррекцию бровей, купить шмотки новые, купить ребенку все для школы. И вот так вот заболела. Еще медосмотр проходить, а уже 14 число, на школу надо медосмотр пройти. А я разболелась, мне так плохо, это кошмар какой-то. Ой, господи.